Ну что, ребята, вот мы приехали в настоящую сказку, сказку по-рязански. И этот сказочный отель находится всего в 3 часах езды от Москвы. Пойдемте, все вам покажу. Тут такие богатыри стоят. Здесь карета, пожалуйста. Вокруг везде сосны. Парковка такая обалденная, тоже прям в сосновом лесу полностью. Вообще очень атмосферно. Детям тут развлечения, взрослым есть развлечения. В общем, для всех. Так, ну а мы с вами сейчас потихонечку будем со всеми прелестями этого отеля-комплекса знакомиться. Так, а мы сейчас идем оформляться на ресепшн и будем заселяться в номер. Развлекательный комплекс в некотором царстве. Расположен он в окружении соснового леса, неподалеку от Рязани. Гостям предлагается целый комплекс услуг: гостиничных, гостевые домики, банный комплекс, ресторан, детские площадки и многое-многое другое. Здесь царит невероятная сказочная атмосфера, поэтому место идеально подходит для отдыха всей семьей. Здесь интересная тематика. Тут все оформлено по мотивам русских сказок. Вас встретят расписные домики, деревянные терема, ладья с алыми парусами на пруду. Кроме этого, можно увидеть многочисленные скульптуры сказочных героев и необычные арт-объекты. Например, при въезде на площади красуются 8 русских богатырей. На территории 2 водоема. Есть и мини-зоопарк. Так, это зона ресепшн, идем заселяться. Так, заходим. Чемоданчики. Раз. Так. Что у нас тут с вами есть? Сразу у нас тут какой интересный шкаф. Шкафчик тут все, значит, для обуви. Салфетка. Халатик, смотри-ка. Так, сейф там, я вижу, есть. Ух ты! Ну, это прям вообще. У нас тут диванчик, дополнительное спальное место. Зеркальце для прихорашивания. Значит, у нас номер на 2 взрослых и 1 ребенка. Кровать большая. Диванчик. Дополнительное спальное место. Но кровать на самом деле большая. Столик будуарный с зеркальцем. Телевизор, я вижу, есть. О, чайничек, чашечки. Наверное, здесь мини-бар, я так думаю. Да, мы тут видим холодильник. Давайте заглянем, что у нас в холодильнике. О, крушовица. Кстати, она сказала то, что мини-баром можно пользоваться, это входит. Ух ты, еще и орешки, вода. Женька, тут все есть, живем. Так, потом самое интересное.
Что у нас тут? А у нас тут, скорее всего, закрыто. Пошли. Ух ты, у нас тут балкон такой. Вон так вот. Около прудика как раз. Здесь можно посидеть. Клево. Очень здорово. Прям супер. Честно. Ну что, пойдем осваивать отель. Напоследок посмотрим санузел. Так, что у нас тут? Ух ты, большой какой санузел, ванна, раковина, смотри, тут все есть. Бритвенный набор, зубной набор. Ну, соответственно, всякие баночки, шапочка для душа, фен. О, фен какой большой, здорово. Биде, ну и туалет. Очень здорово, прям, класс. Полотенчики. Класс. Вообще, реально класс. Бритва. Как раз можно будет воспользоваться, да? Бритвочка. И, конечно же, пена для бритья. Вот так. Зубная паста. Зубная щетка, расческа. Так, тут у нас шампунь. Гель для душа. И, наверное, кондиционер для волос. А, это Body Lotion. Крем для тела. Ну и, собственно, этот номер нам обошелся на троих с завтраками на одну ночь. 8 500 рублей. Соответственно, территория парка. Это большой-большой парк для детей и взрослых. Так и называется парк-отель. Он для нас доступен. Территория здесь очень красивая. Это действительно настоящая сказка. На территории не только детские площадки, но еще можно, например, покататься на карусели, попрыгать на батуте, попрыгать еще, вот еще на батуте попрыгать. Сюда мы своих детей отправили на 20 минут 300 рублей. В принципе, очень даже неплохие цены. Повсюду огромное количество детских площадок. В
Лазилки разные есть. Каждая площадка, она отображает Старую Русь. И именно сказку в некотором царстве, в некотором государстве. Все помнят Емелю, который щуку поймал, а? Вспоминайте. На детских площадках каждая инсталляция, она отображает русскую сказку. Вот у нас с вами Кощей бессмертный, дети могут крутиться. Там Водяной, ну на самом деле надо пройти, Жень, показать. Там Змей Горыныч. Еще здесь в парке имеется прокат для детей. А, как это называется? А как это называется? Это веломобиль одноместный. Также есть веломобили двухместные и четырехместные. Насколько я смотрела на сайте, двухместный веломобиль на двоих на час 500 рублей стоимость. Целый час. Также можно взять самокаты для детей побольше, поменьше. Велосипеды есть. Вот я смотрю и не понимаю, это просто инсталляции, красивое искусство, скажем так, художников, или это тоже имеет отношение к русской сказке? Вот не знаю. Ну, красиво, здорово. Такая тишина, кругом сосны, птички поют. Все очень красиво. Очень большая территория, очень красивая. Так, мы пойдем налево. Здесь какой-то прудик. Давайте подойдем к нему поближе, посмотрим. А там такой симпатичный мостик впереди. Вот, и еще такая вот возвышенность, и там такая беседочка наверху. Я думаю, тоже можно будет подняться туда, фотографии сделать.
Так, куда-то вышли, да, пришли. Детский развлекательный центр. Дети в некотором царстве. А, это амфитеатр, да? Прудик красивый, весь зелени. Такая вот беседочка. И сейчас я вам покажу амфитеатр вот снизу. Слушайте. Комаров на самом деле много. В общем, здесь много всяких интересных мест. Территория очень большая. Скамья Приморья, пожалуйста. А сейчас, ребята, готовьтесь, я покажу вам огромные грибы. Вы смотрите на это. Ну, где такое видишь? Обалдеть. Вот это красавец. Огромный-преогромный гриб. Посмотрите, каких он размеров, ребята. Это просто огромнейший гриб. А вот лавочка для сравнения, а вот гриб. Невероятно большой. Здесь такая огромная беседка. Вот, ну, видно, что шарики, там люди день рождения отмечают, скорее всего. В общем, на берегу прудика, в общем, вообще классно, здорово. Даже можно на машине приехать. Так, и здесь тоже беседочка есть такая. Интересное. Да, и здесь вот такие канатные дороги сделаны. Вот. Можно видеть. Можно полазить. Так, еще одна беседочка. Тоже можно арендовать. Такая интересная. Так, уютно здесь. Вот, пожалуйста, мангал, я понимаю, дровница. Вот такой купол, навес и столик со стульями. Вот, и все это дело таким прекрасным видом на пруд. Супер, вообще класс. Просто класс. Птички поют. Вид красивый, тишина. Это, конечно, многого стоит. Так, что ж, ну а мы с вами пойдем дальше. Батарейка у меня еще на камере есть. Вот, есть что вам поснимать. Вот мы двигаемся в сторону зоопарка посмотреть оленей. О, здесь еще много беседочек. Вон там беседка тоже отдельно. Вот, вот там дальше беседочка тоже есть. Такой березовой рощи. Сосновый там дальше лес. Вообще красота. Просто красота. А здесь у нас лошади. То есть это начало зоопарка. А какая лошадка красивая. Красавица. Смотри, какая она упитанная. Какая красивая. Эй. Хорош. Хорош. Иди. А мне кажется, он ручной. И добрый. Хорош. Ну, понятно, да. Здесь у нас козочки. Эй, привет. Нормально, добрые. Кюрога, ох. Так, на горных козлов. Дай рогу свою. Не корми животных, штраф один падает. Ага. Они такие все упитанные здесь, красивые, да? Вот и дошли до оленей. Мне вроде бы лес. Погодите,
открывать можно? Можно, только осторожно. Они вообще? Не, мне кажется, они вообще не кусаются. Ну, так, ну, они добрые. Он они все облизывают, такой слюнявый потом будет. А, здесь кролики, да? Здесь еще одна детская площадка. Вот канатная дорога. Здесь. Вот люди сидят там, кушают вот роллы, заказали себе, сидят, кушают. Очень красота. Собственно, веревочный парк. Вот здесь у людей пикник. Вот. Класс. Так шашлыком пахнет, прям захотелось. Такая беседочка. Красота. Просто красота. Аренда беседки. Номер телефона висит. Так, вот шашлычок готовят люди вообще. Просто здорово. В такой природе, в такой красоте. Какой красавец плывет там. Вон он. Так, ну здесь стол немножко подтопило, конечно, но в целом тоже очень здорово все оборудовано, так атмосферно. Такая беседочка, дровница, мангальница и стол для большой компании посидеть. А вот детский веревочный парк впереди. Вот там много детей тренируются, в общем. Детям здесь точно есть чем позаниматься. Можно отдать тренеру, и тренер будет их контролировать. Вот, а родителям можно погулять, походить. Красота. Детский веревочный парк. Супер просто. Какая беседочка красивая. Здорово, посмотрите, все в зелени. Сосновый лес. Здесь чистый воздух. Ну, вот просто красота. Ходишь и любуешься. Вот куда ни глянь, вот кругом красота. Все, газончик пострижен. Все аккуратно, чисто, красиво. Какие дорожки. Скамеечки такие деревянные. Ну, красота. Вот и детский веревочный парк. Тут большой, большая территория. Детям здесь просто рай. Вот такая беседочка наверху, посмотрите. А там, кстати, за ней прудик, мы там уже были.
наши друзья поселились вот в таком вот домике. Сейчас зайдем, посмотрим. Здравствуйте, тук-тук. Вот такой вот домик. Здесь своя территория. Стульчики, столик, мангал, дровишки, санек. Так, санузел, ну, тоже здесь есть что посмотреть, чем похвалиться. Такие халатики, такая подсветочка классная. Раковинка. Такие полы, все так аккуратно сделано, ванночка такая красивая. Супер вообще. Очень красиво. Так, это вход в ресторан на завтраки. Это получается как бы такая центральная площадь. Вот там вот у нас въезд. Вот где ворота. Вот въехали. Здесь парковка для автомобилей. Вот здесь вот дорожка ведет к заселению на зону ресепшн. Вот там, собственно, домики, отели впереди. Вот. Здесь чуть-чуть левее прудик и ресторан с хорошим, красивым вечерним видом. А туда, если двигаться, то большая парковая зона. Здесь, кстати говоря, вот детская площадка, то есть развлечения для детей. Вот. И сейчас мы с вами прогуляемся, покажу вот эти вот цветные домики интересные. Конечно, здесь много очень семей с детьми останавливается. Потому что действительно для детей здесь ну, просто красота. Ходишь, гуляешь, утром спишь, просыпаешься и прям птички поют. В общем, здорово. Так, вот такие тут интересные домики. Арендовать можно. Вот, хотите, вот как бы в таком архитектурном стиле. Так, по стариночку, что очень интересно сделано. Такой интересный фасад. Такие ставни, обратите внимание. Расписные узоры. В общем, очень интересно сделано, конечно, необычно. Так, я там вижу написано МЖ, туалет. Так, вот такие вот домики есть. Как вам? Такие бревна лежат. Дверь интересная. Ну и, собственно, здесь такая ковальня. Смотрите, здорово. Так, Дима плюс Рита. Сергей любит Рию. Очень интересно. Александр и... Надежда. Такая вот печь. Ну, то есть раскаливают железо, да, и здесь вот уже куют. Вот на таком вот станке. Посмотрите, какие ставни, окна. Дома интересные. И такое вот крыльцо. Интересно оформлено. Все здорово, очень красиво. Вот такой домик есть. Совершенно другой. Очень красиво здесь. Честно говоря, не знаю, сдаются эти домики или нет, или какие-то другие развлечения здесь для детей. Ну, судя по всему, не сдаются. Видимо, какие-то развлечения детские, как мне показалось. Вот такой домик синий есть. Обратите внимание, какой симпатичный. Флаги здесь висят. Добро пожаловать. Так, деревня мастеров. А ну для детей здесь, собственно, все, да. Я думаю, сейчас, конечно, закрыто утро. Вот. А это развлечение для детей. Вон деревня мастеров. Вот, собственно. Так, вот такой вот домик есть. Интересный. Обратите внимание, тоже какие ставни. Так, все красиво оформлено. Конечно, очень интересно. Сейчас пройдемся, прогуляемся по левой стороне. Тоже такое оформление красивое. Так, направо русские бани. Здесь вот такая речушка, вонючка. Речка вонючка слева от отеля. Так, ну и пойдем прогуляемся вдоль.
Так, ну это ресторан. Да, здесь рыбки плавают, их можно покормить. Вот сейчас их, правда, не видно, а вон мне вижу, плавает. Там плавет. Вот, и вот такой вот вид открывается красивый. Вот это главный вход в зону ресепшн. Вот, левее. И вид с ресторана. С вечером здесь очень атмосферно. Такой лебедь вот в виде лодочки в середине стоит на месте. Вот здесь какие-то ребята лежат, читают книги на английском языке. Колесо вот такое. Прикольно. Вот. Ну а здесь вот можно сделать фотографию. Вот. С хорошим видом. Так, пойдемте дальше. Погуляем. Так, а вот, собственно, передо мной и баня. Вот они, бани. Вон тоже такое интересное здание. Конечно. Вот такая вот банька есть, обратите внимание тоже. Такая в русском стиле. Вот, ну и вот, вот эта баня. Вот эти домики тоже очень интересные. Здесь арендуешь, получается такой типа дуплекс, он на две части поделенный. Так, старорусские. Что это, я не знаю. Собственно, газончик поливается. Что примечательно, если у вас есть автомобиль, и вы арендовали здесь вот такой домик, автомобиль можно подогнать сюда, поставить. Вот, то есть никаких проблем нет. Тут та машина стоит. Вот здесь вот. Так, а это то, о чем я вам говорил. Получается дуплекс, такой кусочек, вот домик на две семьи, скажем так. Вот здесь такие качельки есть, вот калиточка. И здесь небольшой такой кусочек земли, где можно вечером просто посидеть в своей компании. Вообще, тоже очень интересно. Вот, а вот, собственно, сам отель. То есть такой разноплановый вариант отдыха. Хотите домик, дуплекс, хотите просто номер обычный. Кстати, вот там вот наш номер, вот балкончик. Выходит сюда, обалденно, конечно, тоже вид классный. Ну, красота. Красота, да и только. Шикарный отель. Потрясающий. Я прям рекомендую здесь остановиться.